ставлю вот такую пустую рамочку. Будет пчелиный строить без овощины, пусть пчелиный строит. Если будет трутневой строить, пусть трутня раннего выращивает. Вот прям пустую рамку ставлю. Вот сюда вот. Следующая рамка, это подставлялась для выращивания трутня, пустая, без овощины. Вот видно, это так называемый трутневой сорт. Просто пустая рамка с проволокой ставилась и все. Вот, тут одни трутни. Эта рамка будет подписана, использована как трутневой сорт именно вот для этой семьи.